Вчера друзья отправили мне видео с плоским домом из Нижнего Новгорода. В ТикТок этот дом набрал более 4 миллионов просмотров. И мне стало интересно, как строят такие дома. Видео с плоским домом в Нижнем Новгороде набирает популярность. Ролик, который опубликовали в ТикТок, набрал более 4 миллионов просмотров. На кадрах можно увидеть многоэтажку из Канавинского района Нижнего Новгорода. Здание расположено по адресу улица Пролетарская, дом 4, корпус 1. А с определенного ракурса оно выглядит как плоское. Секрет такой оптической иллюзии дома в том, что один из углов здания острый. Поэтому кажется, что кроме фасада у строения нет больше ничего. Но если обойти дом вокруг, то сразу станет понятно, что с противоположной стороны здания ничем не отличается от обычного. Плоские дома всегда привлекают внимание. Ведь это удивительно, как высокая и узкая многоэтажка, стена стоит и не падает. Такой эффект эти здания производят только если смотреть на них с определенного ракурса. Также плоские дома есть в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Париже и других городах мира.